Только что наша команда вернулась из великолепного народного предприятия Звениговска, где собиралась вся страна. Были представлены 50 субъектов Российской Федерации, были руководители республик, краев, областей, министерств и ведомств. Мы завершаем подготовку нашего главного продукта – программ вывода страны из кризиса. Когда встречались у президента, я сказал, что мы видим главную задачу в ходе выборной кампании – прежде всего представить свою команду, у нас авторитетная, сильная, опытная команда, и программы вывода страны из кризиса, будь то финансы, промышленность, сельское хозяйство и способы решения этих проблем. Мы не зря заявили, что мы правы, мы сможем. Теперь на практике доказываем, показываем, что мы можем в области народного образования и науки решить эту задачу. Представили свой закон, программу и уникальный опыт Жареса Ивановича Алферова, Нобелевского лауреата, который сумел соединить школу, высшие учебные заведения, научные учреждения и опытное производство. Это лучшие учреждения сегодня демонстрируют великолепные результаты. То же самое произошло и с народными предприятиями. Тоже мы самое готовим по социальной сфере и здравоохранению. Поэтому закрепить позитив, который был наработан нашей партией и фракцией в стенах и Государственной Думы, и на просторах России, наша ключевая и главная задача. Одновременно все сделать для того, чтобы преодолеть негативные последствия кризиса. В этой связи мы предложили порядок поддержки граждан, которым плохо и которым очень трудно живется, и способ решения этих задач. Вместе с тем нас крайне беспокоит, что установка президента, высказанная им в послании президентском и на встрече здесь в стенах Государственной Думы, что это выборы должны быть соперничество команд, программ и они носить должны характер, которому граждане будут доверять. У нас сплошь и рядом сегодня появляются отголоски 90-х, лихих 90-х, в отвратительном исполнении местных властей, которые наплевали на установки и президента, и заявления Панфилова, руководителя ЦИКа. Мы крайне обеспокоены, что это сегодня не находит осуждения и расследование не в правоохранительных органах, не в политическом плане. Мы считаем, что это совершенно недопустимо. Недопустимо прежде всего потому, что три угрозы, которые сегодня маячат у каждого за спиной, только усиливаются. Социальный раскол в обществе нарастает. Две трети страны еле сводят концы с концами. Уже 40% граждан не могут себя толком прокормить, обуть и одеть. Это официальная статистика последнего опроса. Американские клещи продолжают сжиматься, нас выдавливают из Европы, обложили натовцы санкции, одновременно пытаются спортить, по крайней мере, не допустить наше усиление в Азии. Но и усиливаются реваншистские настроения со стороны русофобов, антисоветчиков, которые в 90-е годы раздавили государственность нашей страны и распродали собственность тысячелетнего государства за бесценок. Мы не можем допустить повторения такой практики. Но чтобы этого не допустить, нужен честный диалог на выборах, нужно соперничество команд. И нужно энергично всем бороться с фальсификациями, которые сейчас становятся абсолютно нетерпимыми. Я бы попросил сейчас Ивана Ивановича, который возглавляет у нас комиссию по выборам, изложить свой взгляд и подход к этому. И Клычкова Андрея, который является профессиональным юристом, не раз представлял наши интересы в ЦИКе и великолепно знает реальную обстановку по стране. Пожалуйста. Спасибо, Геннадий Андреевич. Уважаемые коллеги, я все-таки вначале воспользуюсь этой возможностью, что здесь присутствуют представители средств массовой информации. Как первый заместитель председателя Государственной Думы хочу официально проинформировать вас о том, что сегодня в Государственную Думу поступило письмо по вопросу о назначении посла Российской Федерации в Украине. Значит, сегодня в связи с этим состоится заседание Комитета по международным делам. Оно состоится в
15:30. В соответствии с нашим регламентом оно будет проходить в закрытом режиме. На этом заседании будет присутствовать и сам кандидат Михаил Викторович Бабич. И его кандидатуру будет представлять статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий Борисович Карасин. В соответствии с нашим регламентом у членов комитета будет возможность задать вопросы кандидату на должность посла, ну и обсудить этот вопрос. Вот, собственно говоря, еще раз подчеркиваю, чтобы не было слухов и домыслов, я вам сообщаю на этот счет официальную информацию. Теперь, что касается наших выборных дел, я, пожалуй, обращу внимание на те вопросы, которые наиболее часто в последнее время возникают у представителей средств массовой информации. Начну с вопросов регистрации кандидатов. Что касается регистрации партийного списка КПРФ Центральной избирательной комиссии, то это запланировано на начало следующей недели, в понедельник или во вторник будет регистрация. Но это зависит не от нас, а от того графика, который есть у Центральной избирательной комиссии. Что касается наших кандидатов по одномандатным округам, еще раз акцентирую внимание на то, что мы подали на заверение своей кандидатуры по всем 225 одномандатным округам. И наши кандидаты по всем 225 одномандатным округам были заверены. Процедура регистрации идет в целом, можно сказать, успешно. Она еще продолжается, просто по срокам не завершена. Но я должен сказать, что краевая комиссия Краснодарского края, она же окружная комиссия, отказала в регистрации Сергею Павловичу Обухову. Вот. Мы считаем, что как минимум краевая комиссия неправильно трактует закон о выборах. И не скрою, что мы проводим предварительные консультации с юристами Центральной избирательной комиссии, и у нас есть все основания полагать, что Центральная избирательная комиссия поправит Краснодарскую краевую избирательную комиссию, и наш кандидат будет восстановлен и сможет принять участие в выборной кампании. Идет также регистрация наших кандидатов на должность губернаторов. Ну, процедура тоже не завершена. Сегодня для нас важный момент. Сегодня будет рассматриваться кандидатура Вадима Георгиевича Соловьева в Тверской области. Также идет процедура регистрации наших списков и кандидатов в тех 39 регионах России, где состоятся выборы в законодательные собрания регионов. Ну, ничего такого, я бы сказал, необычного нет, все идет нормально. Второй вопрос – доверенные лица. Я могу сказать о том, что вы знаете, что партия может представить до 1000 доверенных лиц для федерального списка, и каждый кандидат до 20 человек доверенных лиц одномандатников. Доверенные лица сейчас имеют возможность быть и наблюдателями во время избирательной кампании, могут участвовать в агитации, но за исключением тех случаев, когда обязательно присутствие самого кандидата. Это, как правило, касается дебатов. Вот. Ну, эти списки мы формируем, и по мере, так сказать, того, как они будут сформированы, мы их будем подавать в соответствующую избирательную комиссию. Ну и последнее, о чем я хотел бы сказать, о колоссальной бюрократизации выборного процесса. Вы знаете, вот сейчас идет этап выборной кампании. Мы больше сейчас вынуждены думать не о том, чтобы работать с избирателями, чтобы встречаться с избирателями, доносить до них ту программу, которая есть, и федеральные, и отраслевые программы, отвечать на их вопросы, выслушивать их позицию. Мы очень много внимания должны думать о том, чтобы соблюсти все те многочисленные правила и ограничения, которые существуют во время этой избирательной комиссии. Вот у нас сложилась сейчас в целом в стране такая ситуация. Сначала мы учителей заставили, вместо того, чтобы заниматься учебным процессом, заниматься бюрократией. Я напомню, что мы вам эти цифры представляли. У нас сейчас учителя представляют
В год 300 отчетов по 13 тысячам показателей. Потом мы ученых после создания ФАНО стали заставлять вместо того, чтобы они занимались наукой, писать многочисленные отчеты для ФАНО. После этого вы прекрасно знаете, что у нас в поликлиниках творится. Врачи вместо того, чтобы они занимались лечением больных, заставляют составлением многочисленного количества всяких форм и отчетов заниматься. Вот теперь политиков вместо того, чтобы заниматься непосредственной своей работой, общением с гражданами, заставляют заниматься предвыборной бюрократией. А в этом есть еще одна опасность. Большое количество вот этих вот всяких бумаг, и эта предвыборная бюрократия, она приводит к тому, что субъективизм все больше и больше играет роль. В каких-то моментах можно что-то кому-то не заметить, а кому-то, наоборот, так сказать, любую мелочь указать и по этой мелочи принять решение. Поэтому мы считаем, что нужно с этой бюрократией во время выборного процесса просто категорически бороться. Спасибо, Иван Иванович. Андрей Евгеньевич, пожалуйста. Спасибо, Геннадий Андреевич. Действительно, уже больше 10 лет работая в системе избирательных комиссий, в избирательных кампаниях можно сделать вывод по сегодняшней ситуации, что мы начинаем планомерно скатываться в лихие 90-е годы со всеми технологиями, которые применялись тогда. Это и газета «Не дай бог», это и провокации, и массовые устроенные провокации против кандидатов. Но теперь, что касается конкретных примеров, что мы имеем уже на данный момент еще не развернувшуюся полноценной избирательной кампании по всем регионам. Первое – физическое давление. У нас есть, ну как минимум, самые откровенные факты по трем регионам – это Москва, Краснодар и ХМАО. По Москве. Много говорится о том, что здесь чистые компании, но я просто предлагаю в 199 округ журналистам приехать. Каждая встреча с избирателями – это драка, причем не просто драка, а нанятая массовка, пьяная, не знаю под каким воздействием, устраивают провокацию жителями, просто опасно для жителей, дымовые шашки. И все это направлено на то, чтобы просто сорвать любое мероприятие. Помимо бюрократии, приходится просто защищать избирателей на каждой встрече в период выборов. В Краснодаре два конкретных факта. В конце июня три человека избиты, представляющих кандидата от КПРФ, двое из них госпитализированы. В конце июля 9 человек специально облиты зеленкой на проводимом мероприятии, официально зарегистрированном в форме пикет. В ХМАО двух кандидатов в депутаты Думы, сотрудники полиции из дома забрали, изъяв оргтехнику, документы на выдвижение кандидатами одномандатниками. Эти кандидаты как раз и представляли реальную угрозу для оппонентов от правящей партии. Только на второй день людей отпустили. Следующий момент. Воровство агитационных материалов. Мы уже, наверное, привыкли к этому, но нынешняя кампания дополнительно нам дает основание говорить о том, что никаких равных условий ни со стороны предпринимательства, которое кивает в сторону властей на запрет, ни со стороны властей нет на создание равных условий. В Москве мало кто видел какие-нибудь агитационные материалы КПРФ. Но вот последний пример, который получил огласку и в средствах массовой информации, материалы КПРФ, которые висели на телефонных будках, были украдены, найдены, кто их украл, но вместо того, чтобы решать вопрос в конструктивном русле, эти будки просто снесли экскаватором. Задним числом оформили решение о том, что они незаконны. В Краснодаре похожая ситуация. В Ульяновске ситуация. Наш кандидат пошел куриный, идет на должность губернатора. Там, где его материалы содержали жесткое требование «хватит врать и воровать», просто украдены. И власти ничего не хотят делать, ни правоохранительные органы, ни представители коммерческих структур, разводя руками. То же самое происходит во многих регионах, где просто коммерсанты отказываются предоставлять рекламные площади для материалов КПРФ. Пятое, наверное, что удивило нас и в этой избирательной кампании, кандидаты-двойники. Просто вдумайтесь, из 38 кандидатов-самовыдвиженцев по выборам в законодательное собрание Нижегородской области, 17 являются двойниками. Полными однофамильцами, либо просто однофамильцами, у кого-то полное совпадение имен и отчества. Один пример, который уже получил огласку и в средствах массовой информации, кандидат Печенев от КПРФ. Вначале он получил двойника полного, который поменял документы для выдвижения, но у этого кандидата нашлась совесть,
Он признался, пришел в избирательную комиссию, заявил, что на него надавили представители администрации за ремонт квартиры, выкуп, оформление собственности дома. Но ситуация пошла дальше. На его брата надавили, его брат Печенев стал уже вторым двойником. Такая же ситуация произошла и у кандидата в Госдуму от КПРФ Дениса Николаевича Вороненкова. Денис Николаевич Вороненко увидел в списках на выдвижение своего полного тезку Вороненкова Дениса Николаевича, который родился в 90-м году, но до 22 июня 2016 года он не был никаким Вороненковым, был Киселевым Денисом Александровичем. А 22 июня он стал Вороненковым Денисом Александровичем, Николаевичем. Вот те технологии, которые в Нижегородской области используются. Я думаю, что те документы, которые мы направили сейчас во все инстанции, они должны, ну, как минимум отрезвить наши власти и создать условия, чтобы мы все-таки вернулись в правовое поле и нормальную избирательную кампанию. Что касается еще одного аспекта, это черные технологии и административный ресурс. Вот два примера. Последние газеты, хочу продемонстрировать. Это лишь малая толика из того, что есть. Вот газета, которая выпускается по Москве. «Народная правда». Похожая была черная газета полуторамиллионным тиражом «Правда Москвы», газета «Правда», наш официальный орган партии. Выпускаются, направлены все запросы во все инстанции. Но никто найти ничего не может, а, наверное, не хочет, потому что известно давно, что любая типография имеет свой фирменный стиль в напечатании, соответственно, понять, какая типография, не писать никакого труда. «Краснодар». Свежая газета, 150 тысяч экземпляров. Найти опять не могут, с грязью на наших кандидатов. И такие факты продолжают поступать из регионов. К сожалению, мы не видим должного внимания и реакции, несмотря на заявления и председателя Центральной избирательной комиссии, и руководителя правоохранительных органов. Ну и последнее, наверное. Иван Иванович, Геннадий Андреевич уже говорили о том, что на сегодняшний день административный ресурс является, в том числе является ключевым элементом при проведении избирательной кампании. К примеру, ближайшая Москва. Все окружные газеты, оплачиваемые из бюджета, публикуют материалы только одних кандидатов от «Единой России». Там невозможно найти других кандидатов. Все органы соцзащиты, все управы работают на избирательную кампанию. И такая же ситуация абсолютно происходит в каждом регионе. Наши обращения на сегодняшний день остаются без ответа. Поэтому я думаю, что находясь на начальной стадии избирательной кампании, если власть не сделает выводов, мы получим не выборы, мы получим очередной фарс, который, к сожалению, сильно пахнет 90-ми годами. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Юрьевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, хочу напомнить, что у Коммунистической партии Российской Федерации есть созданная своя система партийных СМИ, партийных средств массовой информации. Частью этой системы являются и периодически печатные издания, газеты. Мы выпускаем их свыше 100. Это и центральный печатный орган партии, газета «Правда», и «Советская Россия», с которой мы сотрудничаем, все региональные наши партийные комитеты имеют газеты и целый ряд местных комитетов. Это часть той системы информационной, в которую входят и сеть партийных сайтов, и телеканал «Красная линия», и целый ряд других СМИ. Поэтому наш партийный актив хорошо знает технологию газетного производства. Она понятна, она очевидна. Если газета издается, то это не листовка, которую можно выпустить на любом принтере, в любом самом захудалом офисе. Это, конечно, те типографии, которые имеют широкий круг клиентов, они должны работать на основании закона. Если газета оплачена каким-то способом, установить это правоохранительным органам несложно. Поэтому, когда нам объясняют, что те вот подложные газеты, которые показывал Андрей Евгеньевич, невозможно найти их заказчиков, это странно. Если же проводки не просматриваются, то тогда вообще для правоохранительных органов возникает очень серьезный вопрос. Если это оплачивалось нелегально, если это оплачивалось черным налом, то это не только нарушение избирательного законодательства, это и очень серьезное финансовое нарушение, за которое необходимо просто карать, преследовать, потому что возникают вопросы с уплатой налогов и вообще с черным оборотом наличных денег. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы правоохранительные органы занимались этими вопросами, тем более, что наши жалобы и заявления на сей счет формулируются и предоставляются в правоохранительные органы. И это было бы, их активность на этом направлении была бы, может быть, достойным примером выполнения тех призывов, с которыми президент Российской Федерации неоднократно обращался в ходе своих крупных публичных выступлений, в том числе и здесь, на завершении Государственной Думы, когда требовал, настаивал, призывал всех провести эти выборы честно и достойно.
Подводя итог этой части нашей пресс-конференции, хочу сделать официальное заявление. Я всерьез воспринял обращение президента к исполнительной власти, что вы должны организовать проведение выборов строго по закону, таких выборов, чтобы граждане им доверяли. Потому что если будут выборы, которым граждане не будут доверять, это дело пахнет хуже, чем Киевский Майдан. Потому что финансово-экономическое положение в стране на глазах ухудшается. Социально-экономическое положение граждан, две трети которых получают менее 15 тысяч рублей в месяц, становится просто нетерпимым. Никаких реальных предложений от партии власти в области экономической, социальной, образовательной, научной политики нет. Опять видим то, что мы видели в 90-е годы. Если нынешняя исполнительная власть и избирательные комиссии берут пример оттуда, тогда просто можно посмотреть, чем это закончится осенью и что нас ждет в ближайшие пару лет. Нас ждет ухудшение кризиса, социальные волнения и возрастающая напряженность. На фоне того, что натовцы уже проводят учения у нас под боком, на фоне санкций, которые обрушились на все отрасли производства, и усиление давления извне. Мне кажется, нормальная власть, которая допустит такое развитие событий в ходе выборов, она не заслуживает никакого доверия. Это не власть, это те, кто организуют провокации и не выполняют прямые установки президента. Что означает снятие в Краснодаре секретаря ЦК, депутата с большим стажем Абухова Сергея Павловича? Это произвол, который чинит местная власть под прикрытием администрации, то ли мэрии, то ли губернатора, то или еще. Мы рассматриваем это как политическую кущевку, и мы с этим никогда не согласимся. Когда сидят несколько человек, подняли руки и необоснованно снимают с выборов одномандатного округа, а вторые предлагают, сидя представители «Единой России» в избирательной комиссии, давайте еще расправимся и по партийным спискам. Какое вы имеете на это право? На основании справки того, что ребенок не поставил о счетах за рубежом. Во-первых, во всех этих справках у нас нули стоят. Во-вторых, и комиссия существует для того, что если вам сдали документы, вы должны спокойно, рассмотрев, сказать, товарищи, а вот тут не хватает такой документ справочки. И до момента регистрации должны помочь полностью собрать папку этих необходимых документов. Это то, что должна сделать избирательная комиссия. И одновременно смотреть, чтобы были равные возможности и в эфире, и был диалог на встречах, и были собраны аудитории. А так выборы превращаются в грязную кухню, от которой так мерзко пахнет. Я прошел эти 90-е годы. Мне казалось, это никогда не повторится. Но против меня газету «Не дай бог» издавали в Финляндии. А это сейчас под боком в Москве издают. В Московской области издают. В Самаре сидит тот, кто в Мордовии покрал все голоса, получил дальнейшее продвижение, вместо того, чтобы ответить за свое воровство, сейчас опять начинает нагибать всех местных руководителей. Ну, так дело и дойдет до больших неприятностей. Поэтому мы настаиваем и обращаемся еще раз к администрации президента, обращаемся к ЦИКу. Я беседовал с Эллой Александровной, чтобы навели элементарный порядок. Элементарный порядок. В противном случае у граждан остается один способ, остается. Защищать на улице свое право на честный выбор. Мы предлагаем диалог, предлагаем соперничество команды программ. У нас есть кому провести очень эффективно выбранную кампанию. Если вы боитесь такого диалога, тогда это ваш вопрос. А мы предлагаем вам открытые дебаты по всем главным проблемам и темам. Вот мы провели встречу в Звениговском. Я видел вчера, президент выехал в Тверскую область, встречался с аграриями, провел встречу с руководителем. Вот этот пример того, как можно. Одни проводят в народных предприятиях, другие здесь. Пусть избиратель посмотрит внимательно на результаты работы и определяется, какую позицию поддержать. Тогда и будет честное соперничество. Но мы официально заявляем протест и надеемся, что он будет услышан.